В своих материалах мы неоднократно рассказывали о торжественных приемах, которые проводятся в районной администрации в честь тех или иных профессиональных праздников. Пришло время принимать поздравления и нам. В честь Дня кубанской журналистики, который отмечается в мае, в районной администрации состоялся торжественный прием. На встречу были приглашены творческие коллективы нашей телерадиокомпании, редакции газеты «Заря Кубани», а также пресс-служб города и района. Журналистов с профессиональным праздником поздравил глава района Роман Синеговский. Хочу сказать спасибо за совместную работу. Я считаю, она очень важная. И вот чем больше, наверное, я нахожусь на этой должности, тем больше понимаю важность вот вашей работы, потому что вы информируете нас, информируете наших жителей о людях, о событиях, о той или иной ситуации. Вы в целом формируете социальный фон, значит, отношение жителей и к власти, и ко всему, наверное, что происходит в нашей жизни. Это очень важно. И вот еще раз хочу сказать большое спасибо, что вы нас поддерживаете вместе с нами на передовых точках, и в тылу, и везде, и везде, и везде, и везде. Поэтому вас с праздником! В ответном слове журналисты поблагодарили руководство района за плодотворное сотрудничество, а также за помощь и поддержку. Хочу выразить слова признательности в первую очередь Роману Ивановичу, Григорию Владимировичу, которого нет, передайте, пожалуйста, за поддержку СМИ в целом, и газет, и телевидения. Потому что без поддержки власти сегодня выжить СМИ очень сложно, да практически даже и невозможно. Встреча проходила в неформальной дружеской обстановке. Журналисты смогли пообщаться, послушать замечательные песни в исполнении артистов городского дома культуры. Завершился торжественный прием награждением. За сохранение журналистских традиций, объективное, достоверное освещение деятельности органов местного самоуправления Славянского района представителям СМИ были вручены благодарственные письма главы района. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».